Отопительный сезон в Валданском районе завершается в этом году успешно. О тепловодоснабжении и уличных работах коммунальщиков в районе в весенний период в сюжете Татьяны Вахниной из Алдана. Отопительный сезон 2016-2017 в Алдане характеризуется отсутствием чрезвычайных ситуаций. Тепло- и водоснабжение осуществляются в штатном режиме. Последствия аварий, которые все же имели место быть, устранялись оперативно. Ну, отопительный сезон, можно сказать, проходит в нормальном режиме, в рабочем. Были незначительные перебои, но, тем не менее, можно сказать, констатировать факт, что отопительный сезон в этом году удался. Отопительный сезон финиширует 1 июня, и телега, которую, согласно народной мудрости, следует готовить зимой, почти собрана. Ремонт котельных и теплосетей запланирован, объем работ по каждому из объектов определен. Многими алданцами окончание отопительного сезона воспринимается как пора неудобств. В летний период в большинстве микрорайонов города осуществляется только холодное водоснабжение. В ближайшие годы ситуация обещает измениться. Коммунальщики разрабатывают возможность круглогодичных поставок горячей воды в жилой сектор. Рассматриваются перспективы, выходили и на правительство. Ну, я думаю, в кратчайшие сроки, скажем так, в ближайшие годы данный вопрос будет решен. Наступление весны для коммунальных служб знаменует горячую пору. Сбрасывание снега с крыш, очистка дорог и тротуаров, вывоз мусора. В период оттепели на улице работ много. Управляющая компания уже приступила к сбросу снега с кровель. Также силами МОП и РПП будет произведена очистка дорожного полотна, куветов. В прошлые годы были нередки жалобы граждан. Толщи снега и массивные глыбы льда на крышах представляли опасность для жизни. Кровель много, рабочих мало. Так представители коммунальных служб объясняли невозможность одномоментного решения проблемы. По словам заместителя главы администрации муниципального образования город Алдан, наступающей весной все снегоуборочные работы будут производиться вовремя. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.